Чемпионат профессионала 2024 в Карачаево-Черкесской республике прошел на базе педагогического колледжа имени Умара Хабекова. В третий день конкурсанты продемонстрировали свои навыки в подготовке к проведению внеурочного занятия с использованием интерактивного оборудования. Дарья Тендит подробнее. Участники совмещали теоретические знания с практическими навыками, применяя разнообразные методики и интересные задания. В каждом фрагменте занятия были яркие эпизоды и активное взаимодействие учитель-ученик. Конкурсанты показали, что они обладают современными знаниями и готовы применять их в дальнейшей педагогической деятельности. Я готовлю поделку из пластилина для внеурочного занятия под названием «Подарок для мамы». Я считаю, что этот конкурс дает мне расширить свои знания и опыт, а также понять большую часть педагогического мастерства. Это очень хороший опыт, и далее этот конкурс поможет мне найти хорошую работу. Каждого участника оценивали жюри-эксперты. Соревнования не только проверка знаний и навыков, но и показатель творческого потенциала и профессионализма участников. Чемпионат проводится не в первый раз, и с каждым годом уровень и престиж соревнований растет. А это только радует, отметила главный эксперт Тамара Хапчаева. Я считаю и уверена в том, что проигравших в этом чемпионате не будет, потому что у них будет опыт, очень несравненный опыт участия в таких соревновательных мероприятиях. У них есть замечательная возможность проверить на практике свои теории и знания применить. Я думаю, что в будущей жизни им это, весь этот опыт пригодится. Дарья Тендит, Ахмат Чотчаев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.